Тысячи километров на мотоцикле в дождь, жару и сильный ветер. В таких условиях преодолел огромное расстояние байкер из Кувейта, чтобы увидеть Казахстан и посмотреть на объекты Универсиады и Экспо. С путешественником, которого смело можно назвать арабским Петрухиным, встретился в Алматы наш корреспондент Динмухаммед Каликулов. 7500 километров преодолел кувейтский байкер Абдул Махсин Аль-Багли, чтобы посетить Казахстан. Он пересек 9 стран и впервые прибыл в нашу страну, о которой много слышал и мечтал побывать. Я никогда не забуду то гостеприимство, с которым меня встретили в Казахстане. Три семьи, которые видели меня впервые, предоставили мне кров и пищу. Это так трогательно. Еще поразило, что многие водители останавливались, уступали мне дорогу и всячески помогали. Такого не было со мной в других странах. Единственный момент, когда я испытал шок, это дорога от Атрау до Актобе. Ее просто там нет. Абдул по профессии нефтяник, ему 52 года. Он впервые сел на мотоцикл всего 7 лет назад. У него много общего с известным казахстанским байкером Дмитрием Петрухиным. Оба любят путешествия, работают депутатами и оба горячо любят свою родину. Мне это хочется, честно говоря, назвать его тоже патриотом, тоже таким же Петрухиным, путешественником. Он вообще-то на самом деле объединяет два в одном. Он получает удовольствие от путешествия и занимается пропагандой Универсиада 2017 и Экспо 2017. Арабский путешественник загорелся желанием посетить Казахстан, когда Дмитрий Петрухин, в свою очередь, приезжал в Кувейт и представлял нашу страну. Теперь Абдул подумывает принять участие еще в одном проекте – в поддержку Универсиады и Экспо. Необычный экологический автопробег по странам Европы впервые стартует из Казахстана. Наша главная цель – это достичь такого результата, чтобы этот автопробег обошелся без единой капли бензина. Абдул собирается в Астану, после посещения которой планирует продолжить путешествие до тех пор, пока его не настигнет зима. Динмухаммед Каликулов, Абен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы.